Всем привет! И я сейчас нахожусь на поле, где вы в предыдущем ролике видели, как мы его молотим, как мы его уже смолотили. Ну, а я сейчас его дискую. Скорее всего, здесь будет сеяться озимый рапс. Вот. Сейчас остановился уже на обед. Вот уже поддисковано у меня, иду по диагонали. Привезли обед, сейчас буду обедать. Смотрите, какой вкусный обед. Картошечка с отбивнушками, с салатиком. Круто, как много. Так, и я буду обедать, а вы посмотрите ролик, получается, с прошлого видео. Я снимал снизу, а нас в этот момент снимал квадрокоптер сверху. Так что этот ролик практически будет вид сверху, как мы молотили. Так что я кушаю, а вы смотрите. Обедали и продолжим дальше. Будем дисковать. Вроде погодка налаживается. Наверное, парни поедут дисковать.
Ой, дисковать. Все, мне уже все дисковать. Парни поедут молотить, а я буду пока дисковать. Поехали. Вам, наверное, опять же, кроме капота ничего не будет видно. Где-то я присоску, не помню, какую-то машину оставил, чтобы если на стекло поставить камеру. Да, наверное, на утюге. На утюга сейчас пока стоит дома, на приколе. Осмотр закончился. Ждет осени. Осенью будет чинить. Амортизаторы менять, пружины. Подушки под двигатель, тогда уже начнется смотреть. Мы уже задисковали более 15 гектар, наверное, даже 20 уже. Тут поле 50 или 60 гектар, так что особо на глаз не определить, сколько полей мы забились соломы. Сейчас добили, дотяну. Да, кстати, хотел рассказать, вот сейчас, раньше я когда езжал на рыбалку, жена все время: а, опять ты на свою рыбалку. Сейчас как начал брать жену с собой на рыбалку, учить ее рыбачить, и я так затянуло, что пока я сейчас работаю,
Она уже назаказала кормушек, ведра рыболовные для замеса корма. Я даже себе такое не покупал. А как женушка стала рыбачить, поддерживать рыбалку, и сама начала все покупать. Мне даже очень приятно стало, что я давно мечтал, чтобы хотя бы вот с женушкой вдвоем ехать на рыбалку. А ей раньше особо как бы и не нравилось, и времени не было. Но теперь очень увлеклась этим делом. Даже я в свое время давно уже хотел себе приобрести квадроцикл полноприводный, чтобы и зимой на рыбалку ехать было намного удобнее. Вот в ту же вот на Пейпус, если ехать на Чудское. Но как-то этот вопрос... Ух ты, ё-моё, блин. Этот вопрос я отложил в долгий ящик, что, ну, когда-нибудь докуплю. Но вот как жена в прошлом году со мной съехала, вернее, не в прошлом году, прошлой зимой, прошлась пешком, рыбалка ей очень понравилась, но не понравилось, что надо идти пешком. И сама даже жена подняла вопрос о покупке квадроцикла полноприводного. Во-первых, и на рыбалку можно заехать, и в грибы. Так, забила диски. Вот. И будем сейчас, наверное, денежку собирать и покупать квадроцикл. Квадроцикл. Мне очень сейчас нравится, женушка во всем меня поддержит. Раньше как-то нет. Раньше я решу, как решу, так и есть. Но последнее время женушка у меня просто золотится. Всегда все обсудим, решим вместе. Че молодец стал. И во всем поддержим. Это самое главное. Так что, дорогая, я тебя очень сильно люблю. Так что вот такие вот дела. Пашка идет. Длинные горки. Я думаю, на этом все. Всем пока. Всем добра и счастья. Удачи и здоровья. Пока-пока. Берегите близких.